Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Суханов. И сегодня я хочу поделиться с вами рабочим методом и системой заработка в интернете. Уделите мне всего 10 минут, и уже сегодня вы заработаете свои первые деньги. Давно обещал показать, так что смотрим. Есть сервис, на котором продаются уцененные финансовые ключи, которые представляют из себя определенную ценность. Уцененные они, потому что срок пользования ключа подошел к концу, устарела система защиты или заблокирован. А вот еще один сайт. Называется QR Case Money. Я им пользуюсь уже 2 месяца, он скупает все, что представляет из себя хоть какую-нибудь ценность. Суть в том, что ключи на том сервисе можно купить за копейки, а здесь продать дороже. Сейчас я вам покажу и расскажу. Итак, если вы новый пользователь, то проходим легкую регистрацию. Так как я уже зарегистрированный пользователь, я ввожу свои данные в форму входа и нажимаю «Войти». Как видим, мы успешно выполнили вход. Итак, теперь нужно перейти к первому сайту с базами ключей, нажимаем «Подробнее». Вы не переживайте, все ссылки будут ниже под видео. Вот они, наши ключи. С каждого ключа можно заработать в 3-4 раза больше, чем их стоимость. Давайте я покажу на примере, как все происходит. Сейчас я куплю вот этот ключ. Итак, здесь нужно ввести свое имя. Ниже вставляем свой email, телефон. Здесь выбираем любую из доступных систем оплаты. Я выберу Яндекс.Деньги и нажимаем «Перейти к оплате». Здесь нам нужно подтвердить оплату. Успешная оплата заказа. Нажимаем кнопку «Получить». И так нам нужен вот этот ключ. Выделяем его и нажимаем «Скопировать». И теперь возвращаемся к сервису. Нажимаем кнопочку «Запуск системы» и переходим на страничку для ввода нашего купленного и скопированного финансового ключа. Нажимаем вот это поле и вставляем наш скопированный ключ. И нажимаем «Запустить систему». Итак, процесс пошел. Ждем, пока пройдет обработка и распаковка ключа. И, как видим, за данный ключ мы с вами получили 3600 рублей. Ну что, давайте повторим процесс. Возвращаемся на первый сайт, ключи здесь быстро раскупают, но обновление ключей происходит каждые 1 или 2 дня. Давайте сейчас купим вот этот ключ, нажимаем «Купить». Теперь все делаем как при первой покупке. Вводим имя, ниже вставляем email, телефон, выбираем Яндекс.Деньги, подтверждаем. Успешная оплата заказа. Получить. Копируем ключ и переходим на сайт QR Case Money. И как в первый раз нажимаем запуск системы. Вводим ключ, ключ введен и нажимаем снова запуск системы. Как видите, все работает. Давайте выведем деньги, нажимаем кнопочку «Вывод денег», я буду выводить всю сумму, выбираем платежную систему Яндекс.Деньги и вводим реквизиты в это поле. Нажимаем «Вывести». Как видим, пошел вывод, заявка оформлена и деньги списались. Давайте перейдем в Яндекс.Кошелек и, как мы видим, деньги пришли сразу, без задержек. Как помните, первый ключ я приобрел за 650 рублей и смог получить доход в 3600 рублей. Второй ключ я купил за 815 и уже получил доход в 8300 рублей. Итак, давайте подведем итог. Затратили мы, грубо говоря, 2000, а заработали 11900 рублей. Так что метод работает и очень хорошо. Удачи вам! С вами был Виталий Суханов. Пока!